Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 Рус. Сегодня у нас версия игры 03.03.16, как обычно. Сделаем потише, это убирает картинки на скринах. Ну, это давайте не будем, это мыло убирает. Значит, версия игры 03.03.16. У меня лицензия пираточка 03.03.16 играет через Steam. Значит, будет ссылочка под видео на канале и в группе. На старую версию игры на 13.04.14 ссылочка также будет под видео на канале и в группе. Можете, ребята, скачивать, устанавливать моды с той версии. И также она играет через Steam. Можете покатать, посмотреть, какие моды были раньше, какие моды сейчас. Вот, какие настройки, кто, мало ли, собирается заниматься доработкой, конвертом автомобилей, как бы, это все нужно. Сегодня, значит, мы поедем на новом полигоне Павла Колбукова. Зовут его все Злой Слон. В Steam его можете также найти. И давайте загрузимся на новый полигончик Павла. И вот мы появились на полигоне. Ой, язык я не изменил, сорян. Сейчас. А, вот да. Ё-моё, называется. Продолжить. Так. Давайте попробуем вот такой полигон. Павел переделал его. Так, давайте сделаем скрин, конечно. Чик, есть скрин. И восстановимся мы, наверное, ребята, в гараже. Гараж у нас и недоступен. Но все равно мы туда восстановимся. Нет, не восстановимся. Телорама. Значит, точки переправа. Лесоповал. Болото. Остров. Переправа. Автодром тут присутствует. Поляна. Пилорама. Ну, в принципе, мы можем, наверное, на точке локации на какой-то гараж. Вот. Вот так вот прилетело, да? Так, эту модель мы, естественно, убираем. Поеду я сегодня, как обычно. И, может быть, не как обычно. На своем команде, который вообще никак собрать не могу. Так. Ух ты, блин. Сейчас мы сразу давайте откроем гараж. Мы его наверняка откроем. Брачка. Должен быть такой еще прицеп. Я даже не знаю, где он, такой прицептор. Гараж-парт. Ну, давайте вот. Это одно на Дмитрия Романенко. Я думаю, что мы, наверное, откроем гараж. Все открыли. Значит, вот такой вот гаражик. Обалденный. Упс, ТП. Давайте-ка нарядимся. Я думаю, что так. Колесом пройдемся. Что у нас тут из колес вообще стоит? Что-то с колесами бедовое. Наверное, я просто их не докидал тут.
мясо есть. Ну, давайте поедем на эти колеса, ладно. Так, кинем запаску, конечно. Защита 2, это что такое? Ну, давайте поставим защиту 2. Посмотрим, колесо такое. Тут тоже просто, видите, машина не добита. Поставим вот это, спальник, выхлоп, ага, защита. Поставим, двух парней тут у нас посадим. Далее, ну ладно. Так. Спальник, спальник, спальник. Давайте выкинем спальник. Так. Задние фары. И поехал. Тут сейчас поставим, что тут у нас. Кран. Трактор, мигалки вверх. Просто, ребята, точно реально не помню, что я тут ставил, собирал. Не собирал. Сейчас, подождите, буквально найду контейнер. Ага, контейнер. Ну, давайте так поедем. Контейнер есть у нас, все вроде есть. Так, поехали. Ну и давайте прокатимся по локации тут. Значит, сразу выезжаем. Да, правочка у нас есть. Поедем. Ого. Какого гринита вообще жестко. Поедем, прокатимся. Так, это, наверное, локация поляна. Такая небольшая тут гринка, значит. Так, ребята, где-то у нас еще должен быть полигон тут. Ну-ка, давайте поедем посмотрим на полигончик. Ребята, конвертит моды. Ага, о, какой полигон. Обалденный полигон. Так, это у нас обычная лужа. Ну, в таких тапках, я думаю, даже у меня вот этот урон не полетит. Читерский КамАЗ у меня. Проедем. Грязевая лужа. О, все, он пошел. Кстати, ребята, видите, коробка передач у меня черепушка. Видео найдете на канале вместе с ссылкой. И, естественно, в группе будет и ссылочка, и на видео, и на скачку данного рычага передач. Так, горка грязевая такая. Давайте на нее же попробуем забраться. Полигон вообще, Паша говорил, что делал для дефолт. Дефолтный как раз спокойно пролетает. Ну, и это, наверное, полюбасу должен пролететь.
Так, грязь тут у нас. Давайте на отборку зайдем. Сразу посмотрим. Ого. Нифига себе. Опа. Пора тормозить, наверное. Так, проехали это мы. Что дело? Так, ну это кто делает машины, ребята, конвертит и делает подвеску и все остальное. Это на вывес подвески проверяется. Как тут вывешивается подвеска, работает. Эти колесики все висят. Передний мост, задний мост, все тут у нас как надо. Так, это боковой уклон, я так понимаю. Сейчас давайте попробуем. Ну, наверное, упаду я точно сейчас с него. Потому что машина не регулирована еще окончательно. Также данный полигон, ребята, можно использовать как карту. Потихо мы поедем тут. Вот так вот. Видите? КамАЗ рулит, парни. Отличненько все. Так, давайте тут сейчас проверим. Ну, естественно, на таких тапках-то. Как вот можно потом зацепиться? Вообще никак, наверное, да? Все, переехали. Автодрому тут проскочили. Все, вообще урона ни копеечки не поймали. В воде только мы, да? Лопнулись немножко. Упс, стопэ. Ну, давайте тут ломанем. То есть это переделанная карта наводнения под полигон. Ну и опять же для прохождения тоже ее можно поставить без проблем. Так, что-то как-то тут лес, везде лес. А и течение в другую сторону, ребята. Давайте, ладно. Раскатим тут. Даже, кстати, оно намного круче, чем обычное наводнение, я вот одно могу сказать. Если еще к тому же она используется с учетом как полигон и как карта. То есть можете заменить, например, или установить через программку, где можно использовать моды как карту, данный полигон, то вообще, ребята, я бы посоветовал. Ух ты. Опа. Что-то раньше тут как-то по-другому. Тут все изменено, парни. Смотрите, и дорога изменена. Вот куда ехать, откуда я знаю. Я не знаю. Первый раз тут реально еду. Где-то тут еще был наш асфальт, ребята. Потому что тут вообще дороги больше нет. Что-то как-то я не уверен. Куда тут ехать? Там вот слева, я так понимаю, наверное, конец карты. Так, домик. А, ну вот я асфальт вижу, вижу. Я, наверное, не порулил просто. Жесть. 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 Моря и океаны. Ой-ой. Ну, смотрите, какая там локация. Там что-то, наверное, есть. Давайте заедем. Пилорама, да, ребята, тут пилорама у нас находится. То есть можно смело действительно использовать
Дорога там еще там. А, дороги изменены, ребята. Ребята, вообще совершенно другая вообще и карта. То есть все тут реально можно катать ее можно как карту. Ох, сейчас упаду я, наверное, нет. Ой-ой. Вообще совершенно другое восприятие бывшей карты наводнения, да, которая переделана Пашей. Просто на ура. Паша молодец. Так, давайте поедем сюда. Изначально тут была дорога, благодаря, скажем так, такому виду. Ну ладно, на этих тапках-то я думаю, что у нас и ремонт есть. А, ну на полигоне-то это все не, это не действует, наверное, да. Ну ладно, бог с ним, поедем. Не знаю, правда, куда ехать, уже забыл. На данной карте. Вот, наверное, я думаю, вот туда. Все тут у нас булькает. Да, все, правильно, выезжаем. Выезжаем мы, получается, на начальную локацию, когда мы на наводнении появляемся вот там. Ну да, тут леса не было, лес, смотрите, стоит везде. Все там грязь, вода как положено. Сейчас мы тут как разгонимся. Мы тут быстро едем с ракет. Как-то слабовато. 43. Она. Ну ладно, еще ставили, посмотрим. 43, 44. Так, вот изначально мы появляемся, ребята, вот здесь. Ну тут все, видите, пересажено. Переделано. Вот изначально мы выезжаем, получается, отсюда вот. С асфальта и поехали сюда. Тут у нас пилорама. Да, пилорама. Там, где Кировец у нас стоял, была вторая пилорама. Сейчас мы побыстречку здесь попробуем проскочить. Это супер черепуха нам поможет. Опять же повторюсь, карту. Данный полигон можно использовать как карту и скачать можете у меня в группе под видео на канале, опять же. И ну давайте, вот не было здесь дороги, поехали сюда. О-хо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 . КП. Сейчас мы тут на автомат рычаг передач, пираточку данной версии последней игры 03-03-16-13-04-14. Можете скачать также в группе и под видео на канале. Ссылки будут, ребята. Вот видите, совершенно. Тут этой дороги не было. Паша тут все перепилил. Перепилил, и причем совершенно. Совершенно другая карта получилась. Карта, и еще плюс она используется как полигон изначально. Ну, ребята, мост. А тут никогда в жизни не было моста. Сейчас поедем по мосту. Паша еще говорил, тут где-то едет. Вот, смотрите, там еще дорога идет. Ну, ладно, давайте уже по мосту проедем. Понимаю, так локация идет, локация острова здесь, на которой, наверное, мы и появились. Не, намного круче по сравнению с дефолтной картой наводнения, конечно, просто нормально, суперски сделано.
Даже с непривычки так рекать и чуть не в ту сторону, ё-моё. То есть кому не хочется плыть через воду, может спокойно переехать через мост. Паша говорил, где-то есть болото. Давайте сначала просто проедем, потом посмотрим, где болото. Болото, болото, болото. Это вам должно быть. Ну да, тут смотрите, лес пересажен вообще полностью. Все перепилено. Тут кусты убраны. Раньше кусты были. Так, что-то вот там впереди вижу какие-то штукенцы, это что такое? Там мост или что такое? Вот реально первый раз катаюсь. С Пашкой не успели проверить мы. Фонари и парни стоят. Так, это лесоповал. Давайте заедем. Посмотрим. Полностью поували. Да, все тут изменено вообще полностью. Грузиться, естественно, не буду. Но заехать надо. То есть точка погрузки. Все повал. Раньше тут можно было выехать. Угу. Это было раньше, ребята. Раньше это не сейчас. Так, сели сюда, сейчас посмотрим, что там за фонари. Что там за фонари? Наверное, за фонари стоит, должна быть какая-то дорога. Да, вот следы от дороги, ребята, есть какие-то. Какие-то следы. О, блин. Сейчас, ну, давайте-ка понижайчик-то воткнем. Ну, больше, наверное, тупо на понижайку включить и все. Кстати, смотрите, коробка передач. Видите, глаза загораются. Ух. Ух, какая жесткая коробка передач. Все, поплыли мы не в ту сторону течения. Да, раньше было слева направо, а сейчас, видите, справа налево. Тут какие-то... Так. Тут не было, тут горы, по-моему. Не было. Это было. Да, вот сюда дороги остались. Ну, тут, наверное, давайте. Оп, заднюю воткну случайно, сорян. Да, раньше тут было сложно переехать, там урон хватали. Это на ура. А, ну это. Да, это как бы. Давайте попробуем, ребята, попробуем болото. Вот оно. Попробуем локация болота на проходимость автомобилей. Боксует фонарик. Ну, на понижайте, а то не боксует. Спокойно едем. Ну опять учтите, что у меня машинка-то накрученная. Поэтому. Понятное дело, что он будет отъехать. На дефолтном автомобиле, я думаю, будет тут тяжко перебираться. Вот у меня еще аддон стоит, как бы, да, куда-то с контейнером, с бочками, с ремонтом. Так, ладно.
Перебираемся. Болото мы были, переправа были, мост, остров. На острове мы появлялись, поляна, лесоповал. Давайте просто попрыгаем по... Угу, что-то висяк поймали мы. Походу, парни, я залип. На этом давайте, ребята, обзор закончим. Карта обалденная. Всем советую поставить данный полигон, попробовать покатать. Покатать. Также можно данный полигон использовать как карту. То есть у нас тут есть, присутствует и гараж. Лесоповал. Раз, два. Раз, два, три и четыре пилорамы. Так что я думаю, что это просто отменный полигон, отменная карта. Поэтому всем советую скачать, попробовать, покататься. Возможно, понравится, особенно кто собирает машинки. Можно и подвеску повывешивать, как бы, и по проходимости попробовать, и так далее. На боковой уклон, на центр тяжести, на все можно проверить, погонять машинку и посмотреть. Так что всем, ребята, спасибо за просмотр, всем удачки, пока, подписывайтесь на канал, группу. Пашка молодец, респект, уважуха, все, всем пока, удачки.